Всем привет! Меня зовут Таша, и вы на канале «Вкусный уголок». Сегодня будет рецепт простого, но очень вкусного ужина для всей семьи. Для него на 4 человека я почистила килограмм картошки и порезала вот такими вот довольно-таки крупными кусками. И примерно столько же я взяла тыквы и тоже порезала вот такими вот кусочками. Теперь я эту тыкву выкладываю в картошке и добавляю специи. Вы можете брать абсолютно любые, которые любите, либо которые у вас есть. У меня сегодня такой вариант. Это пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сухого чеснока, чайная ложка приправы хмели сунели и сюда же буквально 2 столовые ложки растительного масла. И все это хорошенько перемешиваю. Далее берем любые куриные запчасти. У меня сегодня голень, здесь 8 штук. Я мясо уже хорошенько вымыла. Теперь добавляю к нему 2 чайные ложки уже готовой приправы для курицы, 2 столовые ложки соевого соуса и перемешиваю. Ну и конечно же, если у вас есть время, то курицу и овощи оставьте ненадолго промариноваться. У меня времени нет, поэтому я сразу же беру противень от духовки, выкладываю сюда овощи. Обратите внимание, что все овощи у меня в один слой, и сверху я выкладываю кусочки курицы. Все, и теперь ставлю в заранее разогретую духовку до 190 градусов примерно на 1 час, ну а там уже буду смотреть по готовности. Вот такая красота у меня получилась. Овощи все мягкие, я проверила, курица тоже готова. Я сейчас оставлю немного остыть, и мы будем ужинать. Ну а если вам понравилось, то тоже попробуйте приготовить. И подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусного.